Средняя школа номер 16 снова радует любителей спорта и физкультуры Мозырщины. На сей раз активна работа секции лыжероллеров, которая объединила под своими знаменами победителей и призеров самых престижных республиканских соревнований школьников по классическим лыжным гонкам. Но почему-то лауреаты состязаний на снегу встали на ролики, и это не случайно. Потому что я в этом году участвовала на республике «Снежный снайпер». И вообще я даже не представляла, что я займу какое-то место. И получилось так, что мы на эстафете заняли 3-е место. Когда мы заняли 3-е место, нам выдали подарки. Нам выдали костюм, бафик нам выдали, перчатки. Очень классные костюмы, термобелье нам выдавали. И, конечно же, деньги выдавали. Ну, думаем, гонорар пошел у Александра на приобретение дополнительного инвентаря. И ладно, пары-тройки булочек, но не больше, ведь впереди у Романовича великие свершения, как в лыжероллерном спорте, так и в профильной для этой девчонки дисциплине. Ну, мне очень нравится этот вид спорта, но вообще я занимаюсь легкой атлетикой, но лыжный спорт мне тоже очень нравится, и надеюсь, что в этом году я тоже попаду на республику по снежному снайперу. Пока девочки используют лыжероллеры как подводящие, тренировочное средство к классическому лыжному бегу, который широко представлен во всевозможных соревнованиях школьников. С помощью тренировок на лыжероллерах у меня началось получаться лучше кататься на лыжах, и также, думаю, будет легче постараться выиграть или занять призовое место на соревнованиях по снежному снайперу этой зимой. Ведущий специалист по лыжной подготовке в средней школе номер 16 Ольга Вячеславовна Парфентьева. Вообще она одна из лучших лыжниц Мозырского района. И, конечно же, с ее подачи приобретаются и используются всевозможные новшества для совершенствования лыжной подготовки школьников. В нашем районе проводятся различные спартакиады в зимний период. Это лыжные гонки, снежный снайпер, зимнее многоборье здоровья. Для подготовки школьников к этим соревнованиям было закуплено оборудование для подготовки в осенний период. Это лыжи-роллеры и вся экипировка к ней. Шлем, налокотники и наколенники. Наши ребята принимают активное участие, занимают призовые места в снежном снайпере на республике. У нас в этом году Романович Александра была в призах, выступала за Гомельскую область. Также мы имеем призовые места всегда в тройке, как на области, так и в районных соревнованиях по зимнему многоборью. Ольга Вячеславовна, как мы уже знаем, и сама отлично бегает на лыжах. Воспитанники Парфентьевой на самых престижных соревнованиях добиваются успеха. И кроме вышеупомянутых Романович, Горянская, можно выделить еще и Назара Кундакова. А впрочем, отметим всех ребят, кто в свое свободное время не предается праздному времяпровождению, а ведет здоровый образ жизни, развивает способности в области физической культуры, в частности, в беге на лыжах, лыжероллерах.